Так. Там что, там добавить тебе? Мне не надо. Почему? Ну, хочешь, если хочешь, можешь добавить, но я, ну, так, чтобы когда тебя было 100%. Так. Привет, котеночка. Ну что, друзьяшки и не очень друзьяшки, мы кушаем, сидим. Едим. А мы едим, да. Я приехала со съемок. Да. Я приехала со съемок. Какой мерзкий голос. Щелчок просит. Съемки были на мышцах РФ. Был батл между физиком и билдером. Все, я уже съел свой рис. Все поговорили, что мы только живем с тобой. Угу. Всем привет. Я не могу есть одной рукой. Я привыкла помогать себе второй рукой. Закидывать в рот? Да. Ну давай, да. Так, ешь без рук. Воронеж вас любит. Спасибо. А мы любим Воронеж. Обожаем вас. Мы обожаем Воронеж. О, нормально. Надо главное стол не трясти. Да. Спасибо, спасибо. И вам приятного. Ну вот как дела? Ты будешь есть? Все замечательно. Надо подстричься, походу. Сергеем Викторовичем мы переехали, да, в прекрасную квартиру. Поменьше. Из трёшка? Так. Разделите её туда. Чего там? Вы переехали, Серёга, красавчик, куда? Так. Ну, в тот же район. Ну ладно, потом заблокируешь. Так, все, кто пишет какую-то хрень, я посмотрю. Этот перископ у вас заблокирует. Так, ну что? Привет, привет. Привет, привет. Почему переехали? Потому что чуть-чуть сэкономили денежек, чтобы потратить их на что-нибудь... На путешествия. На путешествия. Какая разница платить квартиры, которые никто не будет жить? Мы все равно с Сережей планируем путешествовать, да, Сереж? Да. Много путешествий, поэтому подумали, что дорогая квартира, ну ни к чему, нам только сложить какие-то вещички. Но главное, чтобы был большой стол. Холодильник большой, вместительный, стиралка и большой диван. Вот. Квартира в ролике у меня есть. Эку я не пробовал. Район, кстати, вот этот район получается... Московский. Вот мы уже переехали, это Фрунзенский вроде район. Нет. За мостом. Разве? Ну вот Витебский проезжаешь, это Фрунзенский. Нет, по-моему, Московский. Мы, короче, живем на Славе. Пересечение Славы и Благодатной улицы, если не ошибаюсь. Короче, после Витебского чуть-чуть. Что происходит? Адрес какой? Опять в Тай полетите. В Тай, наверное, нет, хотя билеты туда сейчас недорогие. Можно в Тай полететь, на самом деле. А что, да? А? Почему? Почему билеты дорогие? Не сезон. 10% аккумулятора. А мы недолго. Соседи, вы сразу после еды, сразу по воду после еды пьете, а ты давно прочитал статью, что нельзя время пить после еды. На самом деле, в принципе, без разницы, когда пить. Только желудок может побольше стать. Там же разбухает побольше. И мамон. Все побольше разбухает. Побольше все разбухает. Например, когда грузишься, если ты хочешь тихоря, ну, вернее, не грузишься, а сушишься, если ты хочешь от тренера тихоря съесть шоколадку, и чтобы не заметил никто, и твой живот, и кожа, то ты просто ешь, 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 не запивай водой. И будешь уходить такая же залитая, как я. Так, что там еще? Гоу в Одессу, здорово, здорово. Так, когда свадьба? Непонятно, выступать, когда думаешь? Я пока не думаю. Я пока тоже не думаю. Да, Даша тоже не думает.
Ну, в любом случае, в планах тогда, почему бы и нет? Да. Пока мы не знаем, куда нам отправиться. О, нечисто такое дождище. О, боже мой, еще сейчас как громыхнет с ветром еще. Как у вас там погода? Ребята, за окном июнь, но такое ощущение, что за окном... Но тепло. Ноябрь. Ну, дождь такой, да? Ну, я вот сегодня вышел, мне аж так жарко стало. Мне тоже жарко. Я хотел снять кофту с себя. Когда вот солнце прошло, было 26 градусов. 26. Пару дней назад было 10. Народ, скажите, кто есть Гроуфуд? Мы едим Гроуфуд. Причем я сейчас на фит-меню, а Сережа на меню. А Сережа на нормальном меню, на 2500 калорий плюс. Я, кстати, худею, ребят. А, я же сказала, что сейчас буду пить спорт-пит. У нас, кстати, тут вообще, да, под столом. Вместо десертов буду пить протеинчик. И вот смотрите, мне, я сейчас очень жирная, конечно, да? Очень, да? Свет совсем плохой. А хороший свет. Вот такой вот у меня. Сбоку покажи бочком, вот так встану, вот так вот. Нет, другую сторону. Вот, ничего себе, так красиво. Вот так? Смотрите, какая здоровая моя рука. И далее. Вот моя рука, она очень здорова. Ну, рыбу ел я. Ну, пока что язык свой рыбий в рот. Ну вот, я вам показала для того, чтобы вы видели, какой у меня пресс сейчас. О, я с вами буду показывать. Банк покажи. У меня нет вообще ни банок сейчас, ни пресса. Ну что ты врешь, ну вот. Какие здоровые. Смотрите, какая у меня рука маленькая по сравнению с его банкой. Посмотрите. Смотрите, о, какая, вот так, какая рученька. Вот, смотрите, вот мне даже вот не обхватить даже вот так вот он. Он вообще. Он здоровый. А, ну ладно. Сереженька, что такое? Дашка, когда канал запустишь? Сережа, ты поможешь мне? Сережа поможет. Если Сережа поможет, ну хоть сегодня. Вот хоть сегодня готово. Отлично. Вам будет интересно будет смотреть на Наварского? Ну что вы все время жрете? Тренировку снимешь. Ну что ж делать? Так. Ну ладно, чё. Поговори с ребятами. Сколько у тебя тренировок в неделю? Zero. Ага. Даже пока тут немножечко не тренируется. Здорово. У меня 2-3 получается. Да, слышишь, у меня одна в неделю. Даже одна в неделю получается. Даша не тренируется. Не ходит, да. Отдыхает немножечко от него. Восстанавливаюсь. Гуляем, ходим. Дом валяется. Вот такие дела. Такие дела. Ладно, друзья, короче, надо заканчивать перископ, потому что он 7-минуточный. Точно. А он затянулся. Ну ладно, всем мир. Пишите, ждите новых трансляций. Будем почаще выходить, стараться и отвечать на ваши вопросы. Блин, надо подстричься, щеки какие-то. Не надо стричься. Ты же недавно подстригся. Вот здесь, блин, надо в барбершоп идти. Все, всем пока. Как вы?